одержимости удачи, что сопутствовал успешно вашим дерзким предприятиям, ваш покорный слуга добиться всемилостивейшего одобрения всему прожектору. Император избирает вас на подвиг, пользу Отечеству обещающий. Вам веряется образование и учить жителей Русской Америки. Надлежит попытаться установить новые морские торговые пути широчайшей юрисдикции в правах главного уполномоченного его императорского величества. Император Александр Павлович сам милостиво соизволил вступить в бой русско-американской компании. Повелеваю отплыть 23 июля 1806 года ввиду напряженной международной обстановки под военно-морским Андреевским флагом империи. Я вижу вот эти Море, соли и так расчета. Хотите? Море, не надо слез. Нет, папа. Морю.